Власти Ирака купили новую суперсовременную систему обнаружения взрывчатки. А поводом стал теракт в Багдаде, который месяц назад 3 июля унес жизни 324 человек. Вот теперь въезды в Багдад будут охранять такие автомобили, в которых установлен британский комплекс приборов RapiScan. Это дорогое приобретение. Оно обошлось бюджету почти в 300 миллионов долларов. Специалисты обещают, что система найдет взрывчатые вещества, даже если их обложат большим слоем груза. На каждом въезде в Багдад будут стоять по 2 автомобиля с системой RapiScan. Они будут работать поочередно, 24 часа в сутки. Обязательную проверку будут проходить все грузовые машины. Остальные – на усмотрение сотрудников полиции. Ну а вот как сейчас ищут взрывчатку в иракской столице на вооружении полицейских, собаки и местные комплексы обнаружения мин. На приобретение этих гаджетов Ирак потратил 60 миллионов долларов. Американские эксперты разнесли такие девайсы в пух и прах. Они выяснили, что в их основе приборы для поиска мечей для гольфа.